Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Пам'ятаємо, що сьогодні, 31 жовтня, відбувся ще один ракетний обстріл російськими ракетами. Ракетний обстріл саме ракетами відбувається, так. І ми знаємо про те, що у Молдові, в прикордонному з Україною населеному пункті Наславчі, впали уламки такої російської ракети. Її збила українська зенітна система. Про це повідомили в МВС країни. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна. Про це зазначили в повідомленні МВС. І українська влада повідомила молдовських колег, що росіяни намагалися атакувати безпілотниками дамбу Дністровськ-1, розташовану в 10 кілометрах від дамби Наславча. Як на це реагують в сусідній Молдові? Ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Штефан Глігор, адвокат, лідер партії ЗМІН. Штефан, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Алексей, здравствуйте, вітаю вас. Вот действительно, какую реакцию Молдовы мы уже видим на то, что произошло в Наславче, и вот чего вы ожидаете дальше? Ну, честно говоря, я особо ничего не ожидаю от правительства Республики Молдова, так как наши возможности абсолютно ограничены. Все, что мы можем сделать, это вызвать посла, к примеру, и высказать свое недовольство, высказать свой протест этими событиями. Вот. У нас было сделано заявление Министерством внутренних дел, заявление Министерством обороны, которые по последним данным сказали, что вот конкретно эта ракета, которая упала возле Наславча, она пролетала не над территорией Республики Молдова, но вот какая-то ее часть упала недалеко от села Наславча и там выбила в нескольких домах окна. Вот. Ну, тут вопрос в том, что можем мы сделать с этими ракетами. Насколько мне известно, наша система противовоздушной обороны очень слабая, если она вообще есть. У нас были установки С-125, но ракеты к ним продали несколько лет назад. И, насколько я понимаю, у нас нет ракет к этим системам. То есть даже если у нас что-то и было, то это были устаревшие системы. Поэтому мы не особо что можем сделать, что нам надо было бы делать, наверное, это просить у наших партнеров помощи в реформировании нашей армии национальной и усиление, создание фактически, даже не усиление, создание противовоздушной обороны. Ну вот действительно, мы видим, хочет этого Молдова или не хочет, но ее втягивают в эту войну, и плюс мы понимаем, что могут быть и внутренние угрозы, мы о внутренних угрозах тоже поговорим, но чуть-чуть позже. Вы сказали, что вот единственное, что сейчас может сделать молдавское правительство, это, например, вызвать посла Российской Федерации, да, и потребовать объяснений. Мы помним, что это уже происходило, например, 10 октября, как раз подобный случай и произошел, был вызван российский посол. Все это было связано с тем, что было использовано воздушное пространство Молдовы для запуска ракет, ну, в смысле, что они пролетали через воздушное пространство Молдовы. Знаете ли вы что-нибудь о вот этом вызове российского посла? Не то, что к чему это привело, а вот может быть, как-то в молдавских медиа обсуждался непосредственно этот вызов? Ну, это все всегда обсуждается. Мы пытаемся сконцентрироваться и задавать себе вопросы в плане того, что мы можем делать и где мы ошиблись. Конечно, это обсуждается, но такого рода встречи, они, конечно же, конфиденциальны. И наше правительство, учитывая слабость нашей армии, слабость нашей экономики, энергетический кризис, постпандемический кризис, огромную инфляцию, которая в 2-3 раза больше, чем по региону, они стараются как можно аккуратнее говорить о этих темах. Посол был вызван, ему представили ноту протеста и так далее. Но я вижу, что это не особо как-то повлияло на поведение Российской Федерации и их акт агрессии. Насколько я понимаю, возможно, одна из этих трех ракет, которые пролетали сегодня, стараясь нанести удар по Украине, то есть нацеленный на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, пролетали, возможно, даже над Сороками. То есть тут противоречивая информация на данный момент, не совсем понятно, пролетали, не пролетали, но это не суть столь важно. Суть в том, что мы можем с этим сделать. И, к сожалению, пока ничего.
я надеюсь, мы в скором будущем получим, я надеюсь, что на неофициальном уровне, то есть не публичном уровне, не публично, но все-таки на официальном каком-то уровне наше правительство, Министерство обороны сделало необходимые запросы к партнерам по развитию, Евросоюзу, Соединенным Штатам, ввиду усиления воздушной обороны Республики Молдова. На нашей территории ничего не должно пролетать. И я не столько надеюсь на какую-то официальную реакцию со стороны там нашего правительства, президента и так далее в адрес Российской Федерации. Абсолютно понятно, что это плевать Путин хотел на там, наши ноты протеста. Ты независим настолько, насколько ты можешь себя защищать. Сегодня Республика Молдова, к сожалению, скорее зависима от энергетики, от там, нашего военного плохого состояния, точнее беспомощности с точки зрения, почти беспомощности фактически, если касаемо, если говорим о воздушной обороне. Мы очень зависимая страна, поэтому нам надо что-то с этим делать. Мы первыми прошли урок военного конфликта с Российской Федерацией в 91-2 годах, но, к сожалению, мы не выучили этот урок. И сегодня вот, к сожалению, мы наблюдаем фактически беспомощно то, как над нами пролетают ракеты, которые бьют по Украине, мы не можем их даже сбить. Кстати, по некоторым информациям, это была не ракета, а был дрон. Вот есть две версии. Некоторые источники Республики Молдова говорят о том, что это был дрон. Некоторые говорят, что это была ракета. Но не знаю. Ну, действительно, мы это чуть позже сможем узнать, действительно, но в подтверждение ваших слов о том, что могло быть использовано воздушное пространство Молдовы, вот сегодня после ракетных обстрелов Украины спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат как раз заявил о том, что снова было воздушное пространство Молдовы использовано. Вы сказали, что действительно у самой Молдовы нет таких возможностей, чтобы как-то этому противостоять, а все-таки какой вы тогда реакции ожидаете от ваших западных партнеров? Возможно, с их стороны можно получить что-то такое, чтобы это больше не повторялось. То, что Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральной страной, то есть она не может являться частью военных блоков, не значит, что Республика Молдова должна оставаться беспомощной с точки зрения армии и воздушной обороны. Поэтому я надеюсь, что наше правительство и наш на уровне парламентской дипломатии, наш парламент, а также наш президент делают то, что они должны делать ввиду защиты национальных интересов Республики Молдовы, ее воздушного и территориального пространства. Я надеюсь, что они запросили систему воздушной обороны, но я в этом, честно говоря, не уверен. Я вижу, что у нас все-таки правительство и даже президентура, несмотря на то, что они очень четко формулируют и правильно формулируют то, что происходит в Украине, квалифицируют действия Российской Федерации как войну, полномасштабную войну, открытую агрессию с нарушением правил ведения войны и так далее. Несмотря на все это, мне кажется, что у нас все-таки скорее хотят как-то обойти острые углы этой ситуации и надеяться на то, что Украина сможет выстоять и победить в этой войне. Ну, вот еще... Таким образом, это очень важно, таким образом защитив независимость, в том числе Республики Молдова. Потому что мы все прекрасно понимаем, я прекрасно понимаю, насколько мне известно, тактические карты, стратегические карты и конечные пункты некоторых дивизий, в том числе Псковской, заканчивались Басарабяска, да? Их финальная точка назначения – это большой железнодорожный узел Республики Молдова, а также в других городах Республики Молдова. Я мало верю в то, что они остановились бы в Приднестровье, если бы они дошли до Приднестровья. В лучшем случае Молдова стала бы вассальным государством с марионеточным правительством.
Ну вот как раз 28 еще сентября президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что если наш нейтралитет нарушит, мы должны защищаться. Можно ли, как вы считаете, вот падение обломка ракеты или, возможно, российского дрона, там, иранского дрона, который они называют российским, Герань там написано обычно, можно ли считать это нарушением нейтралитета Молдовы? Я считаю, что это нарушение воздушного пространства, а также нейтралитета Республики Молдова, соответственно, потому что это военная угроза, прямая военная угроза Республики Молдова. Несмотря на то, что эти ракеты летят формально, номинально на территорию Украины, ими бьют по объектам на территории Украины, это советское старье в большинстве случаев, оно может упасть где угодно и когда угодно. И эти ракеты, пролетающие, не только нарушают международное право, публичное право, и правила ведения войны, наш суверенитет, они являются прямой угрозой нашим гражданам. Соответственно, это есть нарушение нашего нейтралитета, и мы имеем право, согласно международным нормам, сбивать все, что не авторизировано, залетает в наше воздушное пространство. Но нам, насколько я понимаю, нечем. И еще раз повторюсь, ракеты к установкам С-125, да, того типа, который вы, к примеру, сняли с вооружения в 2008 году, передали Грузии, Грузия взяла их с охоты на вооружение. Мы продали даже ракеты к ним. То есть у нас абсолютно очевидно, что наше министерство обороны и наши мега-стратегии вообще не предполагали такое развитие событий и вообще ничего не поняли из 91-2 года. Ну, возможно, как раз это потому, что какое-то время у власти были непосредственно пророссийские политики. Тут мы, разумеется, переходим к тем внутренним угрозам. Я хочу вам сказать, что ракеты продали при нашем предыдущем проевропейском правительстве. Ага. Это важное уточнение. Да-да. Это обычная посредственность. Тут нельзя всегда искать... Знаете, и у Молдовы, и у Украины есть два врага. В первую очередь, с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, это коррупция. И во-вторых, это уже наши внешние враги, люди, которые пытаются, страны, которые пытаются, страна, точнее, Российская Федерация в данном случае, которая пытается нас шантажировать там, энергоресурсами, которая ведет прямую военную агрессию против нас в 1991-1992, вот сейчас открыто против Украины с 2014 и так далее. То есть, отсутствие видения, понимания. Нас десятилетиями сжирала коррупция и политики, у которых шарики за ролики, к сожалению. Поэтому... Полностью тут с вами согласен насчет коррупции. Разумеется, это все-таки, наверное, главная проблема Украины и Молдовы. Возвращаясь... Молдова, да. И Приднестровье, Молдова, нашего левобережного региона, с которым мы занимались, ну, мы образно... Я говорю как страна, скорее как политические элиты. Я говорю, да, за политические наши элиты, которые десятилетиями занимались контрабандой сигарет, спирта, наркотиков, гашиша и чего угодно через Приднестровский регион, зарабатывая на этом, кстати, зарабатывали все, как румынские элиты, так молдавские, приднестровские и украинские, потому что это была... международная операция, контрабандная операция по разным типам товаров. Вот. И вместо того, чтобы наводить порядок, усиливать институты государственные, бороться с коррупцией, к сожалению, государство использовали все институты, государство использовали для просто обогащения очень ограниченного количества людей. В том числе в Российской Федерации, потому что энная лямбда из контрабандных операций, которые имели место через Приднестровье, конечно же, уходила напрямую в офшоры, бенефициарами которых являлась элита Российской Федерации. Люди в том числе и украинская элита, вы тоже об этом упомянули. Ну вот хорошо, я все-таки хочу успеть с вами еще обсудить важную тему. Уверен, что публикацию The Washington Post очень широко обсуждали и обсуждают в Молдове о том, что ФСБ готовит госпереворот в Молдове, финансирует определенных политиков, деятелей пророссийских. Что сейчас происходит в Молдове по этому поводу? Что сейчас происходит? Что вы видите? Да? И насколько влиятельными являются эти политики? Ну, вот, например, лидер молдавской оппозиционной партии Илан Шор, которого называют в этой публикации.
То, что происходит в Молдове сейчас, есть не что иное, как трагикомедия. Народ отдал свой голос одной единственной партии. Это партия действия солидарности, у которой 63 мандата в парламенте. Эта партия пришла на обещаниях в парламент, во власть, на обещаниях навести порядок в юстиции. Но, к сожалению, на данный момент все, что происходило последние полтора года, это полный провал, с моей точки зрения. С точки зрения партии перемен. Партии Змин. И получилось так, что этот беглый преступник, квази-олигарх, он никакой не олигарх, это просто беглый преступник, который заработал на эндемической коррупции в Республике Молдова с Владом Филатом, с Владом Плохотником в качестве своих партнеров. Это наш бывший премьер-министр, бывший зам председателя парламента, Плохотнюк знаменитый и так далее. Партнер Порошенко, кстати, в прошлом. Вот эти все люди, за исключением Филата, эти два, Шор и Плохотнюк, они в бегах, они в международном розыске. И вот фактически, будучи в бегах, партия Шор, которую представляет Илан Шор, да, представителем которой он является, она, будучи в международном розыске, он как физическое лицо, эта партия организовывает в Республике Молдова, несмотря на то, что против них есть пару-тройка уголовных дел по незаконному финансированию этих партий. Вот недавно был арест, и были найдены 3,5 миллиона лей, это около 175 тысяч евро, которые раздавали по всей стране их партийным организациям кэшем наличными. Вот эта партия, у которой огромные проблемы с законом, настолько не боится новой нашей власти проевропейской, что они открыто над ней издеваются. Они организовывают протесты, они устанавливают палаточные лагеря. Был установлен палаточный лагерь перед парламентом президентуры. Там был просто ужас и кошмар. Через там несколько недель, пару недель их все-таки оттуда убрали, они установили новый палаточный городок перед Генеральной прокуратурой, чтобы вы понимали, да. То есть пока все это, пока действия новой власти в отношении реформы юстиции очень неубедительны, и вообще все эти, фактически все лидеры этой партии, в том числе Марина Таубер, которая недавно вышла, это правая рука Илана Шора, которая недавно вышла из ареста на домашний арест, а потом с домашнего ареста вышла на свободу, возглавила протесты партии Шор, беглого Илана Шора в Республике Молдова. И я напрямую подозреваю наши органы прокуратуры и судебные инстанции в том, что она вышла за деньги. После того, как они побезобразничали, ее вернули под домашний арест. Но выглядит это, конечно, все трагикомично. Штефан, ну тогда последний вопрос, который я... А насчет Российской Федерации я забыл сказать, да? Они получают... Российская Федерация официально признала Илана Шора, они так его и называют, главным пророссийским оппозиционером в Республике Молдова. Но он, правда, не в Республике Молдова, а в Израиле скрывается. Вот. И он приговорен первой инстанции к 7 годам тюрьмы. Вот. Вторая, уже не знаю сколько лет, рассматривает, все никак не дорассмотрит его уголовное дело, не приговорит его. Ситуация такая, что Российская Федерация финансирует несколько политических проектов в Республике Молдова в прошлом и в настоящем. Будет продолжать это делать. Это делалось с участием ФСБ. Вот сегодня вышло еще одно расследование Райза Молдова, который рассказывает конкретно о чиновниках, которые участвовали во всем этом процессе. Они всегда финансировали в Республике Молдова пророссийские политические партии, такие как партия Дадона, партия социалистов, партия коммунистов до этого. Сейчас партия Илана Шора и другие. У нас есть так называемый пророссийский мэр города Кишинев, это Иван Чебан, которого также можно напрямую связывать с Российской Федерацией. Сейчас он пытается переобуться в проевропейского политика. Он даже признал, что Российская Федерация, вот сейчас буквально на прошлой неделе, признал, что Российская Федерация осуществляет агрессию против Украины. Невероятное для него заявление. Но в то же самое время надо забывать о том, что Соединенные Штаты ввели санкции против Плохотнюка, на прошлой неделе против Плохотнюка Илана Шора и Ивана Чубана там также косвенно упоминая.
Это хорошая новость, кстати, для Республики Молдова и демократизации Республики Молдова. Российская Федерация здесь всегда на политическом поле очень сильно играла. И у нас, если вы заметили, если вы следили за политической историей Республики Молдова, это как маятник. Он качается то в проевропейскую сторону. Но если проевропейцы, так называемые, в 10-14 годах очень сильно проворовались и дискредитировали проевропейскую идею, вот за счет их воровства и дискредитации европейской интеграции маятник очень сильно качнулся в сторону Российской Федерации, которая выжидала и строила партию социалистов Игоря Дадона. Я, кстати, сделал год назад расследование на эту тему и доказал, что бенефициаром Westerby Limited, окончательным бенефициаром офшора, который перевел 1,5 миллиона евро партии социалистам, людям, приближенным к партии социалистам, бенефициаром этого офшора Westerby Limited являлся Ваха Абуевич Агаев, гражданин Российской Федерации, член Совета Федерации многие годы, собственник нефтяной компании, который финансировал Игоря Дадона по указанию руководства Российской Федерации, ФСБ в том числе. Вот, эти документы есть, они были опубликованы, это все можно увидеть, прочитать. Поэтому Российская Федерация здесь очень серьезно играет на политическом поле, и наши спецслужбы, наши спецслужбы эффективно никогда с этим не справлялись, к сожалению. Штефан, я надеюсь, что мы верим в то, что проевропейский вектор в Молдове победит. Спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашим слухачам, що Штефан Глігор, адвокат, лідер партії ЗМІН в Молдові, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали спочатку саме те, що сьогодні у Молдові в прикордонному з Україною населеному пункті Наславчі впали уламки російської ракети. Як це сприймають в Молдові? Чи це вже напад Росії на Молдову? Ну от ми почули, що наразі Молдова нічого не може з цим зробити. Сподіваємося, що це зможе змінитися, що це зміниться найближчим часом. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.